Итак, здравствуйте, мои уважаемые зрители. Я рад приветствовать вас на своем очередном анбоксинге. И сегодня у нас три посылки. Значит, в принципе, первая, как вы можете видеть, пришла мне из Великобритании. Вторая из Италии. И третья опять из Англии. Вот. Ну, давайте начнем, пожалуй, наверное, с итальянцев. Я, в принципе, догадываюсь, что это может быть, но глянем. Вот так, значит, мы скрываем пакет, достаем игру. И что же мы здесь видим? Достаточно редкую игру на приставку Real Radio Interactive Multiplayer System под названием Dr. Hauser. То есть, в общем-то, вот сам диск. Сама обложка. Что-то вверх ногами засунули. Давайте посмотрим поподробнее, что же это такое. Вот, собственно, здесь сама обложка, она же руководство пользователя. В принципе, вот тут все по-японски, потому что данная игра выходила только как бы в Японии. И, к сожалению, больше как бы нигде. Только на эту консоль. Вот здесь все, скажем так, есть к ней. Мануал. Вот тут скриншоты из самой игры. Собственно, сам диск, как вы можете видеть, в очень хорошем состоянии. В общем, он почти не поврежден. То есть, мне на самом деле повезло, что вот я все-таки заполучил такую очень редкую игру себе в коллекцию, потому что цена за некоторые экземпляры вот такой игры на eBay может доходить до 20 тысяч рублей, а то и больше. Ну, а теперь поедем дальше. Я, значит, предлагаю открыть посылку уже из Англии. Что здесь может быть? А, собственно, вот что. «Пираты Карибского моря. Легенда о Джеке Воробье». Ну, как видите, диск соскочил. К сожалению, даже, в принципе, тут успел немножечко даже поцарапаться. Здесь, собственно, идет к нему руководство пользователя. Надеюсь, он будет работать, собственно, вот так вот. Игра выглядит. Ну, теперь осталась последняя посылочка. Давайте посмотреть, что там. А здесь совершенно новенький и не распечатанный Silent Hill 3. Все же мне из Великобритании. Как видим, здесь диск. И вот, собственно, совершенно новенькое руководство пользователя к этой замечательной игре. Даже есть вот такой вот постер в середине. Персонажи вот.
Ну, что ж, такая вот бумажечка пришла. Ну и на сегодня это все. До новых встреч, до новых анбоксингов.